O'zbekistonga yana bir bor etaman, xudo xohlasa, mart oylarida qaytaman. Kutib qoling. Во-первых, они очень добрые, очень открытые. Они очень похожи по менталитету на нас, на узбеков, очень похожи. Они очень дружелюбные, они никогда в жизни не пройдут мимо, если тебе нужна помощь. Очень конгельдидаку, такие, потом они очень громкие, семенины, вот, все ради своей семьи, все ради своих детей, что еще, жизнерадостные очень, полны энергии, от них прям прет энергия от этих аргентинцев, но все-таки видите, как латинская кровь, наверное, себе дает знать. Вот. Мне здесь очень понравилось. Аргентина, она своеобразная очень. Вот. Очень много возможностей здесь, конечно же. Ну, не говоря только о каких-то определенных санкциях, которые у них новый президент, и он очень многое меняет в этой стране в лучшую сторону. Конечно же, аргентинцы очень не любят работать, вот, потому что они привыкли жить, как говорится, на пособиях и все остальное. Но есть такие очень люди, вот мы встретили на своем пути очень много популярных людей, актрис, скажем, актеров, топ-моделей, ведущих телеканалов и все остальное. Вот, например, в других странах они какие-то такие, как сказать, о себе большого мнения, звездная болезнь и т.п. А здесь нет, они все одинаковые, они тебя с раскрытыми объятиями встречают. Все, кстати, целуются, когда здороваются, как у нас по три раза. У нас в Ташкенте если по три раза, то здесь один раз целуются. В общем, очень простые, настоящие. Это магич нарсадан оза аслада коркмима, факат худодан коркаман, ишонаман Аллахге, нима босаям, катти назар, яхшиликме, ёмонликме, хаммаси яхшиликке болады. Ва Аллах бор жойда, қандай қилиб инсон ўзи қўрқади нимадирдан, албатта қўрқмайди. Ота-онамга келганда, албатта ота-онам хаммаси келади. Mana 2 haftadan keyin oyjonim uchib keladilar. Undan keyin adajonim uchib keladilar. Mani qaynanam uchib keladilar. Shuning uchun butun oila a'zolarimiz albatta biz bilan birga bo'lishadi. Shunaqa. Assalomu alaykum. Yangi oradami ijod qilish. Endi hozir o'zingizlar bilib turibsizlar, men Argentinadaman va xudo xolisa noyabr oxirida лялечканы дуньяга келтиришимиз керек, шу учун албатта ҳозир фақат мана шу нарсага бутун вақтимни ва энергиямни бағишлаганман. Энди ман кейинги йилгача шу ерда бўламан. Аргентинада мартлада худо хоҳласа Ташкентга қайтаман. Ўшанда албатта яна ижодга қайтаман ва sizlarga ko'p narsalar taqdim etaman. Lekin mana shu 3-4 oilada oralarda xudo xohlasa bitta zo'r surprizim sizlarga ijod tomonidan bor. Shuning uchun kutib qoling. Assalomu alaykum. Maslahat bilan motivatsiya so'ragan ekansiz. Endi maslahat qaysi maslahat sizga kerak, men bilmayman. Lekin motivatsiyani sizga bera olaman. Hech qachon nolimang. Doim shukr qilib yashang. Allohni seving. Nimadir noto'g'ri qilgan bo'lsangiz, tavba qiling. Bunaqa prosta tavba emas. Haqiqatdan, chin dildan tavba qilib, kechirim so'rab Allohdan iltijo qilib kechirim so'rang Allohdan. Bu 2, 3 bu qilgan ishingizni seving. Seving qilgan ishingizni. Mana shunaqa degan narsa. Ingliz tilida do what you love, love what you do. Люби то, что ты делаешь, делай то, что ты любишь. Ошанда, хамма нарсалар хаётингизда жуда ҳам чиройли. Ой, как мое здоровье! Здоровье хорошо. Очень трудно последний месяц. Конечно же, ходить трудно, лежать трудно, спина болит. В общем, ну, свои прелести тоже есть в этом, конечно же. Но чуть-чуть трудно. Вот, и теперь я понимаю, когда вот мне мама говорила, когда мы ее обижали, она говорила, вот когда у тебя свои дети будут, ты поймешь. Теперь я очень хорошо понимаю свою маму, если моя мама сейчас видит этот
сторис: «Мама, я тебя люблю и теперь тебя очень хорошо понимаю». Всем желаю здоровья и всего самого хорошего. Спасибо за